Все бельгийские. Мы я бельгийский. Вообще. Я думаю, что я всего дома могу в это время, но если это будет лучше. Молодой человек, а где печати ставить на дипломы? Дипломы без печати. Татьяна, а расческа у тебя или у меня? Так, сказали, печати не ставят. Не знаю, не знаю. Снимаете, нет? Там у девочки морда будет, как у Вани, ну, совсем не интересно. Там и горбун. Надо ли плавно? Она такая. Чито место. Чито зайку. Чито зайку. 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 Вы служите, а мы едем. На продажу вообще пали. Вот это крепи на спину. Маленькие, да? И мне не поставили. Сказали, а где? Там сначала не стали. Я вот не могу что-то. Давайте свои. А может быть, вы сам какую-то наградную комиссию можете. Там ставлю. Молодец. Чего? Молодец, что ты сейчас хорошо идет. Мама, нам первое место. Да? Нету колбасы. Все. Она сказала, папе сказала, первое место. Она единственная. Я говорю, верни, свалишься. Сзади ее. Сейчас, сейчас. Вот там подруга. Уши некорректные у них. А что там у нас? Лежат. Не про... То есть они... Клеить надо. А кто знал? Я ж не знал, что понимаю. Это самое, понимаешь, это самое у него уши. Некорректно лежат уши. Здесь надо? Второе, первое. Моя собака на третьем месте. А моя на первом. Вот и 30. Вот и 30 налево. Беда-то какая. Суки, промежут. А что там нам там выставлять не с кем? У нас там вроде фирма там еще какая-то. Да, это самое. Как фамилия? Юлия. Ой, что кто знает. Дома где-то записано. Тут так не помню. Там, кстати, на вот Псирозике у нас там много. Вот одна фамилия мелькает постоянно как-то. Не помню.
На УН какая-то. Устиновская какая-то. Устиновская. Ну, такая. Вот сейчас только куражная собака, настолько она показывается любит. Вот у меня был такой кобель. Вот был он чемпион был по нутру. Он должен быть первый. Вот. То есть вот, вот такая она, собака просто была. Нравится. Удивительная. Ну, правда, он очень нервничает. У него перхоть сразу высыпала. То есть уже к старости. Переживаю. Вот в возрасте потом он уже понимал. И перхоть прямо на глазах. Как мукой. Серьезно. Ну это вот черный, это больше питовский какой-то тип. Да это вообще таких спрашивают, собак спрашивают, пит? И говорят, нет, став. А я думала, что пит. Не, она скорее такая. Она такая вся мускулатура. Ну она сейчас там утерит, она такая. Зверь просто. Ну а вторая как? Лапы передние такие. Вот наша Уна, вот это вот молодой человек. Да, похоже на Уну. Вот наша Уна. Не Уна, Фима, то есть. Ну да, нет. Ниже лапа на лапах. Вот тут, блин, вырастила. Мы первые будем. Не переживай. Попробуйте только. Уши, уши. А то это сразу поедете уши, уши это преимущество, это преимущество. А то сразу написано. Поедете уши резать, точно. Нам приезжали уши резать-то. Она же приехала уши резать. Шита, Штуся.